Пока одни считают дни до весенних каникул, другие штудируют книги и решают тесты. До конца учебного года остается 1/4, а значит, абитуриентам пора определяться с выбором профессии. Оценить шансы помогает технологический колледж. На мастер-классах учат, как выкроить летнее платье или нанести идеальный нюдовый макияж. В профессии парикмахера много нюансов. Нужно правильно подобрать уходовое стайлинговое средство, выбрать утюжок, уложить прядь к пряди. Здесь никуда без вдохновения. Но самое важное – угодить клиенту. Абитуриентам предлагают не только плодотворное обучение, но и интересную творческую жизнь. Колледж поддерживает своих ребят во всех начинаниях, а иногородним и вовсе готовы предоставить общежитие. Те ребята, которые обучаются по профессии, допустим, швея, получают не только профессиональные навыки, обучаются не только востребованные в наше время профессии, с помощью которой можно зарабатывать, но кроме этого они могут развиваться и в творческом плане. В медколледже школьников знакомят с симуляционным центром и отрабатывают навыки на манекене. Такая практика позволяет полностью погрузиться в ситуацию без вреда для здоровья настоящего человека. Готовят специалистов по двум направлениям – лечебное и сестринское дело. В нашем колледже на самом деле созданы все условия для прекрасной работы, для обучения, и работают на самом деле профессионалы своего дела, прекрасные клиницисты, которые, правда, обучают на уровне, на должном. В первой пожарной части встречают класс профессиональной направленности. Экскурсию будущим спасателям проводят накануне Дня открытых дверей в Университете гражданской защиты МЧС, который пройдет 26 марта. Рассказывают обо всех нюансах работы, от организации быта до условий труда. Они должны знать, что их может ожидать во время дежурства, какие задачи будут стоять перед ними, какая подготовка должна быть физическая, это немаловажно. Работа специфическая, требует определенных усилий, выносливости. Вступительная кампания в Бобруйске начнется уже в середине июля. Зачисление в колледже проходит только по конкурсу среднего балла аттестата. Всю подробную информацию можно найти на сайтах учреждений образования. Школьникам остается принять важное решение и достойно закончить год. Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.